Ребята, всем привет! Сегодня у нас немножко такой ролик не по формату. Дело в том, что я сегодня находился в магазине, ну, тут в супермаркете на Белой даче, и увидел вот этих двух парней. Как вас зовут, ребят? Миша, Артем. Артем и Миша, я увидел, они здесь зарабатывали деньги. Напомнили меня в молодости. И я хочу их поддержать и предложил им такую игру, называется «Орел Орешка». Кому-то достанется 10 тысяч рублей, а кому-то 500. Да. Да. Вот, ребят, монетка. Орел, Орешка. Че выбираем? Орел. Орешка. Погнали. Вот, Орешка. Выпала Орешка. Поздравляю, 10 тысяч идешь тратить со мной. Да. А ты все, с оператором? С оператором. Да, 500 рублей. И интересно, на что вы потратите эти деньги? Погнали? Давай, Миша, встретимся у вас. Вот. Так, ну что, Артем, готов? Да, готов. Сейчас пошли. Погнали, да. Какие предпочтения есть вообще по трате денег? Куплю. Подарок. У меня было недавно день рождения. Ага. Ну, я обошелся подарок с цветами. Я думаю, маме что-то более, ну, более дорогое нужно подарить. Что-то достойное, да? Что-то да. Блин, респект тебе, конечно, то, что ты заботишься о родителях. Это очень, на самом деле, приятно слышать. Тебе сколько лет? Мне 14. 14 лет. Нормально. В школе, да, учится? Да. В каком классе? В седьмом. В седьмом. Ну, нормально. Какой ты подарок вообще маме хочешь подарить? Я не знаю, думаю, подарить ей смарт-часы. Смарт-часы? Достойный выбор. Так, в какой магазин мы идем? Давай сейчас походим, посмотрим. Давай. Расскажи немножко вообще о себе. Ну, что о себе можно рассказать, потому что я, ну, очень веселый. Люблю порезвиться с друзьями на улице. Ну, это как, наверное... Ну, это как обычные дети. Ну, все дети, я думаю, любят гулять на улице. Я очень люблю делать подарки родным, близким, очень заботиться о них, так же, как они заботятся обо мне. Поэтому ты ведь, получается, маме на подарок, да, зарабатывал? Да. Ну да, ты мне говорил. Круто. А это твой брат или друг? Это мой друг. Друг. Давно дружите? Да, достаточно давно, класс со второго. Действительно, вообще давно. Да. Интересно, что они-то на пятихатку-то там купят вообще. Да, кстати, интересно, что у них сейчас там происходит. Но мне кажется, я бы на их месте пошел в Ашан и купил бы какой-нибудь еды, потому что да, на 500 рублей, наверное, не разгуляться особо. Заходим, ищем смарт-часы, да? Ну, вон они, вон там, да. Так, что мы ищем? Мейзу, да? Мейзу. Это... Вот они вроде, да? Honor. Так, это Huawei. Huawei. Давай Huawei попробуем. Давай. Хорошо. Ты думаешь, маме понравится? Я думаю, да. Ты про них знаешь вообще что-то? Про эти часы? Я больше Xiaomi знаю, но Huawei у меня друг тоже носил. Не Миша, а вроде друг. Угу. У них там вроде много функций, такие как прочувствовать пульс, там, таймер, секундомер, бег на дистанцию. У тебя мама спортом занимается? Да, занимается спортом. Ну, тогда я считаю достойный подарок такой, то, что надо. Так, они стоят 4290 рублей. Неплохо. Почти половина. У тебя остается 5710 рублей. Mm-hmm. Пойдем? Все, погнали. Погнали. На. Нет, обычно стоит она на отмен, когда не приходит. Плати. Все. Все, погнали. Вот он. Huawei. Я думаю, понравится маме, да? Я думаю, да. А что, погнали дальше? Поехали. Ну что, готов? Да, пойдем. Погнали. 500 рублей. Сумма вроде такая не особо крупная, но что-нибудь-то можно на нее купить? Уже есть идеи? Нет. Ну ты как, к чему больше склоняешься? Ну, наверное, 500 рублей. Для мамы. А, сертификат Литуаль для мамы, это очень хорошо, кстати. Скажу честно, понравился твой выбор. Пойдем посмотрим. Чем вообще увлекаешься, занимаешься? Рукопашный бой. Рукопашный? Да. Давно занимаешься? Месяц, два-три. Нравится? Да, нравится. Нормально.
как потратить деньги. Не раздумывая, прям сходу говори, сертификат маме. Молодец. Я завтра подарю. Завтра? Ну, это уж как бы твое дело, там уж вручишь, то как захочешь. Тут самое интересное было узнать, как ты распорядишься. Здрасте. Самый дешевый, это сколько стоит? 300 рублей. 500 есть, да. Можно один? Один? Да, один. Ну все. Сертификат Литуаль за 500 рублей. Ну как ты, самое главное, сам доволен? Мама порадуется. Мама порадуется, да. Лучшие друзья. На горке когда-то играли раньше. И познакомились с ним. Сейчас вместе ходим, работаем. Сейчас 15 лет, наверное, в Макдональдс пойду. 15 лет в Макдональдс пойдешь? Да, там 15-16 лет. Берут, да? А лето, если никуда не еду, то листовки можно раздавать. Если бы у тебя было бы 10 тысяч, на что бы потратил? Ну, это надо было подумать. На подарок маме, папе точно. Точно бы выделил бы, да, сколько-то? Остаток себе. То есть в любом случае начал бы с родителей, с брата и потом себе. Красавчик. Ну, если честно, мне бы хотелось какой-нибудь себе телефон купить, так как у меня очень давно кнопочный. Так. И хотелось обновить свое мобильное устройство. Так, а какой марки ты хотел телефон? Фирмы? Если честно, пока не смотрю. Ну, за 5700 какой-нибудь Android, наверное. Ну, по сути, у тебя такие разумные покупки. Ну, технику покупаешь, это нормально. Не всякое такое сладкое, знаешь, как, ну, как многие подумали бы. Мне просто интересно, что Миша купит на эти 500 рублей. Ну да. Ты тут был уже? Да, мы здесь сейчас были. Я здесь не раз себе телефон присматривал. Ух ты. Сколько раз мы здесь проходили? Да, вот пауэрбанки. Сколько у нас там остается? 700? 700 рублей, да, остается, да, 700 рублей. Если телефон за 5000. Ну, давай тогда сейчас без пауэрбанка, потом сходим в связной. Давай. Какой телефон ты выбрал? Вот мы выбрали Vertex Neira. Вот этот, да, телефон? Yeah. Ну, давай. Какие вообще характеристики? Память 16 гигабайт, оперативные 2, процессор 1.3. Ну, я думаю, тебе он вообще... Я думаю, зайдет, да. Нет, у тебя же есть сим-карта? Да? После джинги-то, наверное, вообще хай-фай будет, да? Без смартфона, наверное, тяжело, да, школьнику приходить? Да нет, на самом деле, нет? Тяжело. Слушай, я вот хотел спросить, а ты вот уверен прям вот за этот телефон, то, что вот он прям хороший? Ну да, я больше присматриваюсь к вещам, которые есть у моих друзей, которые они испытывают. Потом я спрашиваю, хожу, нормально ли телефон. Угу. Вот у моего друга, одноклассника, был подобный телефон Vertex. Ага. Вот. Он до сих пор с ним ходит, и достаточно очень хороший телефон. Здравствуйте. Что, пойдем проверять? Да, все, покупочка совершилась. Там на скамеечку? Давай. У тебя осталось сколько? 720 рублей. Нужно знать, на что их потратить. Как бы думать с пользой, так не знаю, на что. Ты подумай. Ну, давай здесь. Так. Опа. О. Пакетики. Так. Заряжен, как думаешь? Не знаю, давай проверим. Давай, давай. Вот, пленочка снята. Да. Так, это я думаю, потом. Давай, включай. Я не заряжен. Ну, он, наверное, не заряжен, да? Заряжен, да? Да. Положим еще раз, пробуем. Слушай, знаешь что? Раз ты хотел себе пауэрбанк, я тебе дарю его. Да, серьезно? Да. Ничего себе, спасибо. Зарядочка пошла. Он 0% показывает. Тихо, да? Да, но вот вынимай, там вот как раз разъемчик-то есть, переходничок.
Сейчас хоть симки нормально начали делать. Оп-оп. Это раньше мы обрезали их вручную. Так, да? Вот. Вот так? Да. Ну, давай. В общем, вставили сим-карту, не прошло и года. О! Все. Давай, начинаем. Первое включение. Начинаем. Это настроить ковик. Все. Ну, сейчас мы его включили. Давай-ка сразу проверим камеру. Давай. Ну вот что-то снимает. Ну пока подвисает, мне кажется. Ну это пока первое включение, думаю. Нет, это просто зарядки не хватает ему. А как камера вроде хорошая, да? Ну 13 мегапикселей я тикал, знаешь, нормально должно быть. Ну средняя камера. Твои вообще впечатления. А, у тебя еще 700 рублей осталось. Еще 700 рублей. Может, меньше смеши. Здорово. Миш. Что ты купил? Так, давай показывай. Я купил сертификат за 500 рублей в Витуале для мамы. Так. Красавчик. Вот. Тоже для мамы? Вот. У твоей мамы тоже день рождения? Нет. Нет? Ты просто решил маме, да? Да. Приятно сделал. Блин, красавчик вообще. Ну смотри. Тоже подарок для мамы есть. Да-да-да. Смарт-часы Huawei. Да. Также я себя чуть-чуть решил порадовать, купил себе телефон Vertex. И при всем при этом у меня еще осталось 700 рублей. И я еще пауэрбанк подарил ему. Да, и мне еще подарили пауэрбанк. Я думаю, ну не знаю, что мы сейчас сделаем. Пойдем, наверное, в какой-нибудь продуктовый. Так. И купим поесть. Так. На двоих. А ты с Мишей, да, хочешь поделить? Да, я думаю, с Мишей. Да, Миша? Ну ладно, будет достойно. Ну, Миш. Сегодня Артему повезло. Что-нибудь покушать повезло на двоих. Ну пойдемте, пойдемте. Все, понятно. Это хорошо, что ты о друзьях не забываешь и решил поделиться. Так, в общем, мы сейчас решили с Мишей зайти во все по 60. Угу. Я заплачу за Мишу, так как сегодня пришлось немного погулять мне, а не Мише. Я думаю, Миша за это время проголодался. Пойдем выбирать. Погнали. Так. Угу. Давай думать вместе. Какие предложения у вас? Я даже не знаю. У Виталии еще сертификат на 300 рублей. Маме тоже еще один подарок сделаем приятный. Давай. Сделаем сертификат на 300 рублей. Погнали в Литой. Ну это приятно, я имею в виду осознавать то, что вы думаете о своих родителях. И это очень респектово на самом деле. Добрый день. Можно у вас оформить сертификат на 300 рублей? Предкассовую зону снимать нельзя. Выключите, пожалуйста. Чего? Предкассовую зону снимать нельзя. Саня, Саня. Почему это нельзя? Блогеры. Пойдемте. Вам стали подняться выше? Идем, идем. Да, конечно, можно. Блин, просто можно глупый он. Это 300 рублей. Оплата, да? Наличная. 300. Угу. Вот так. Ну что, у нас 130 рублей. Да, я думаю, мы еще деньги на маршрутку оставим. Вот. Оставьте на проезд, да, деньги. Все, идем. Поехали. Угу. Что, парни, как вам вообще понравился такой ролик? Да, я думаю, очень веселый. Веселый контент получился. Спасибо. Как у вас вообще впечатление? Если честно, у меня шок от такого, ну вот, как я вас встретил. Ага. Ну, я хочу заметить то, что встретил я вас за работой. И хотел бы отметить отдельно то, что вам огромный респект за то, что вы любите своих родителей, уважаете их и дарите им подарки. Молодцы, в общем. Есть социалки какие? У тебя есть канал на Ютубе? Как называется? Артем Луе.
Ты хочешь стать блогером? Да. А что хочешь снимать? Пранки. Пранки. А ты что хочешь снимать? Я буду продолжать стримить видеоигры. Ты видеоигры? Геймплей, в общем, а ты пранкер, да? Я надеюсь, у вас все получится. Всего вам хорошего и успех. Давай. Давайте.